Да нельзя нам сейчас. Нельзя нам войска вводить, ничего нам нельзя, у нас руки связаны. Мы действительно, я знаю обстановку на Украине не понаслышке, я вам могу сказать, что если мы ведем войска, то очень многие люди, которые сейчас относятся не просто лояльно, а с любовью и с надеждой к России, у них поменяется все в голове, потому что пропагандистская машина такое там творит. Нас действительно представят, ну, чуть ли не насильниками. И мы потеряем даже близких нам по духу людей.